Ребят, всем привет, канал Реальная Качалка, и уже неоднократно я с вами говорил по поводу цитрулина, цитрулин малата, и говорил, что это реальный памп, но самое важное то, что мы сегодня поговорим о потенции. Уже неоднократно, много раз я распаковывал подобные банки, показывал, а вы все пишете и пишете, расскажи о цитрулине, какой лучше среди него, какой брать лучше всего. Ребят, какой брат цитрулин я расписывал? Есть три ссылки ниже, прямо под этим видео. Три ссылочки на сайт iHerb. Пускай я уже прямо вам скажу. Можете не искать, дешевле вы не найдете во всем мире. Действительно, скидка там классная. Там и акции проходят. По-моему, как раз сейчас идет акция, насколько я знаю. Потому что вот я получил. За две недели мне пришел вот такой цитрулин. Сейчас мы с вами его откроем. Я расскажу маленький секрет, как я буду его принимать для усиления своего либидо, потому что ко мне приезжает моя девушка, я сейчас в командировке, приезжает девушка, я просто не хочу, как говорится, упасть в грязь лицом, учитывая то, что у меня сейчас очень серьезные тренировки, плюс работа, плюс эти все перелеты, и надо мне как-то все это поднять. В общем, вот такой цитрулин. Я его брал на iHerb. Брал именно для потенции, потому что как бы сейчас по массе у меня все нормально. И памп, ну, все, в общем, отлично. Вот такой вот цитрулинчик. И сегодня я вам, если вы думаете, что ролик будет обычный, нет. Я вам сегодня расскажу, как надо его принимать для максимальной потенции. Это, кстати, я так понимаю, силикагель. Вот такой вот. И мы его будем использовать по-нужному. В одном из роликов я вам покажу, как я его использую. Ну да, важно, не важно. Он там лежит. Лежит вот такой вот еще черпачок небольшой. И такой вот цитрулин. Значит, ребята, для повышения потенции. Для максимального повышения потенции. Берем этот черпак утром, как только проснулись, сразу вот это вот, вот такой черпачок один, я высыпаю в шейкер, размешиваю с водой очень хорошо и выпиваю. Стакан воды и черпак один утром, натощак пью. Если я иду на тренировку, перед тренировкой тоже пью один черпак. И на ночь перед сном тоже натощак я выпиваю один черпак. Но это еще не все. Ребятки, к этому ко всему, для того, чтобы реально был стоячок максимальный, а это уже я проверял, я покупаю в обычной аптеке вот такой цинк. Спортивное питание. Цинк. И добавляю его к этому приему. Принимаю 3 таблетки на сутки во время приема еды. И вот это все вместе, цитрулин малат плюс цинк, дают очень взрыв по потенции. Поверьте мне, это реально. Значит, мы принимаем утром натощак, перед тренировкой и на ночь по черпаку. Вот этому. Плюс 3 таблетки в день. Если мало, но вы чувствуете, что мало, можно доходить смело 4-5 таблеток. Смело. Вот так вот. Поверьте, эффект будет просто ошеломляющий. Друзья, не забываем писать в комментариях свое мнение насчет этого ролика. Если понравился ролик, то поддержите нас лайками и поделитесь данным видосом с друзьями. Этим вы очень поможете развитию нашего канала. Жду вашего мнения и подписки на наш канал.